Ну что, добрый вечер вам всем, всем, кто пришел к нам в аудиторию и подключился по удаленному доступу. Сегодня у нас третья часть из цепочки семинаров по логическим функциям. Часть третья – вложение «если» в «если», то есть как использовать функцию «если» с другими функциями «если» при необходимости. Значит, меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Так, где-то у нас тут. Вот. Здесь на экране вы видите мою электронную почту. При необходимости можно будет писать после нашего семинара какие-то вопросы и так далее. Мои статусы, небольшая информация обо мне. Я в прошлом учитель математики и информатики. Педагогический стаж в школе 18 лет. Кроме этого, уже здесь специалист, работаю уже 9 лет, 10-й год пошел. Вот, статусы постоянно обновляются, уже 16-й год версии Word, Excel, PowerPoint там и так далее пошли. Ну и кроме этого 13-10 версия. Курсы, которые я веду, тоже стандартные. Это Excel 3 уровня первые, Word первые 2 уровня, ну единственные 2, Microsoft PowerPoint. Ну и базовая компьютерная подготовка, которая сейчас проходит достаточно редко. Поэтому в моем расписании вы ее на следующий год уже не найдете. Что касается нашей цепочки. Первый семинар был еще в прошлом году, в декабре, по-моему, и на него есть ссылочка, вы в материалах получите вот эту презентацию, можно будет прямо по ссылке пойти. И можно будет, ой, не туда нажала, то есть вас отправят вот на эту страничку специалиста, на мою, и вот она, ссылочка на просмотр первой части, про саму функцию «если». Второй вебинар почему-то до сих пор не подключили сюда, но я думаю, что он просто находится в обработке. Третья часть, да, второй семинар назывался «Функция со связкой, если со связками и или». Третья часть «Если в если». Следующая, четвертая, планируется на 3 декабря. Функция «если» вместе со связками, ссылки и массивы. То есть со всякими индексами, ВПРами, ГПРами там и так далее. То есть можно будет тоже подойти или подключиться. Итак, что мы с вами рассматриваем? Ну, во-первых, чуть-чуть поговорим о том, когда функцию «если» в «если» вкладывают, по каким причинам и как это все будет выглядеть. Можно открыть, те, кто сумел скачать задание к семинару, экселевский файл, те, кто не успел или не смог, это не страшно, потому что пока мы поговорим с вами о самой как бы, теории, когда используется функция «если», сложной функции «если». Когда, например, нам необходимо внутри одного столбца прописать не два результата, а несколько результатов, 3, 4, 5 и так далее. Вот. На курсах я все время рассказываю об этой позиции, как сориентироваться, сколько «если» в формуле будет присутствовать при решении. И начинается это объяснение так. Если вы предполагаете, что у нас есть в одном столбце два результата каких-то выводов, то есть при выполнении какого-то условия мы говорим «да» или «нет». Что делать, если истина, что делать, если ложь. Тогда мы используем только одну единственную функцию «если». Если мы с вами должны получить три результата разных в зависимости от выполнения условия, то тогда используются две «если». Если, соответственно, четыре результата – три «если», пять результатов – четыре «если», максимально возможное – 65 результатов, то есть использовать 64 «если» внутри одной формулы. Формула при этом достаточно мощная получается. Ни в коем случае не используйте при вот этих ситуациях фильтрацию. То есть многие любят делать так. Отфильтровали позицию, написали часть формулы и так далее. Как в этом случае формула будет выглядеть? То есть общая такая схема. Открывается функция «если», главная функция «если». Проверяется первое из условий. То есть если выполняется условие 1, то делаем первый вывод. Истина первая. Ну, например, если, допустим, количество проданного или купленного товара меньше 10 штук, то, допустим, скидка нулевая.
Да? Дальше. Запускается вторая «если». Если, допустим, количество товаров меньше 20, но больше равно 10, да, то есть начиная с 10 до 20, то у нас с вами скидка там 10%. То есть если условие 2 выполняется, то делается вывод истина 2. Точка с запятой. Дальше смотрите, сколько у вас возможных вариантов осталось. Если осталось еще 2 или более вариантов, включайте третью функцию «если». И говорите, если количество штук меньше 50, то скидка 15%. А иначе остается скидка самая максимальная 25%. То есть вот. Таким образом формируется формула. А в конце концов у нас остается последний вариант. Его в логике часто называют в литературе «одна на всех ложь». И, соответственно, вот эта ложь является последним возможным. А в данном случае формулы являются вложением одна в другую, поэтому все скобки закрываются в самом конце. Вот, что-то похожее у нас сейчас будет с вами на практике. На практике. Ну, например, задача, поставленная одной из моих бывших слушательниц, она пришла и говорит, мы вот работаем в колл-центре, и у нас график работы есть. Допустим, с понедельника по пятницу мы работаем с 8 до 18 часов. Да? А в субботу с 9 до 16, в воскресенье с 10 до 15. А я, говорит, веду график. И, соответственно, нужно знать, сколько человек отработал часов, ну и так далее. Не хочется делать так, чтобы писать это вручную все время. Да? Хочется сделать так, чтобы по дате Excel определял, какой это день недели, выходной, соответственно, воскресенье или суббота, либо будни, и сам выставлял дату, время начала и время окончания рабочего дня. Вот. В принципе, смотрите, те, кто у нас на вебинаре, вы не переживайте, потому что, во-первых, вы получите уже с решенными заданиями материалы, то есть здесь все расписано. А те, кто сейчас в аудитории, может вместе с нами потренироваться. То есть каким образом мы определяем с вами время начала? О, значит, в общей папочке есть папка с написано семинары 7, 10 там и так далее. Не, не. Просто семинар. Задание к семинару. Вот, в общей папке. И где-то вот здесь вот, вот, семинар, вот, седьмой. Только скачайте себе на компьютер, чтобы другим можно было работать. Итак, время начала работы. Значит, в столбике А у меня прописаны какие-то даты. С 1 октября по 18 октября нашего 2017 года. Значит, нам нужно по дате определить, рабочий это день или выходной. Выходной – это суббота или воскресенье. И в зависимости от этого поставить время начала. Здесь существуют такие вариации. Ну, про те, кто был на предыдущем семинаре про функцию день недели, помнит наверняка. Если не было, мы об этом сейчас расскажем. То есть в Excel есть функция в категории даты время, которая называется день недели, которая может по дате определить, какой это день недели. Только выдать результаты в числовом сообщении. Либо от 0 до 6, либо от 1 до 7. Сейчас мы этот вопрос решим, да, когда и в каком случае выдает. Так вот, у нас вариант с вами такой. Либо Excel сказать, если понедельник или вторник, или среда, или четверг, или пятница, то пиши 8.00. Да, да, нам проще будет сделать так. Если суббота, то 9. Если воскресенье, то 10. А все остальное 8.00. То есть вот это логические рассуждения. Как проще написать? Можно и то сразу все взять в кучу, но тогда будет формула длиннее. Можно идти как бы от противного, да, от концовки. Вот давайте мы этот вариантик и возьмем. Итак, время начала. Пишем равно, если... Первый аргумент функции «если» – это условие, которое мы проверяем. Нам нужно сказать, если день недели
текущей даты попадает на субботу. То есть функция день, нет, день недели. Теперь смотрите на аргументы. Первый аргумент этой функции называется дата в числовом формате. Это наша дата ячейка А2. Дальше точку запятой ставим. Второй аргумент тип. Тип это либо единица, двойка, тройка, либо 11, ну и так далее. То есть вот эти вот значения пойдут типами. Какой из них выбрать? Какой тип дней недели используется в нашей стране? Вариации. Почему второй? С понедельника по воскресенье с 1 по 7 день. Наш вариант. Смотрите ниже, третий. С понедельника по воскресенье, но понедельник нулевой день недели. А воскресенье 6 день недели. Это точно не наш, да? Еврейский, да, говорит? Европа. Европа? Да. Может быть. Нет. Нет. Это как раз с воскресенья, это первый. Первый. С воскресенья по субботу, первый и седьмой. Вот. Я все время шутила по поводу третьего. Нет, про еврейский это мне недавно сказали. Я шутила, как этот остров невезения, помните? Нам бы понедельники взять и отменить. Да? То есть нулевой день вроде бы как есть, но его никто не считает. Да? Итак, наш вариант, да, действительно второй. То есть мы ставим с вами двойку и закрываем скобочку. Вот в этом случае Excel скажет, какой по счету день недели у нас с вами. Нам нужно сказать Excel, что мы ищем субботу. Суббота в этом порядке какой по счету дней? Шестой. То есть мы говорим, если день недели нашей даты совпадает с шестеркой, это суббота, то, точка запятой, то у нас с вами в субботу с 9.00 начинается работа. Смотрите, 9.00 прописать вот так, как время, мы не можем. Ну, на самом деле можем, но только смотрите, он что нам выдаст. Ничего не понимаю, что-то здесь вы не так делаете. Какой? А вот столбец B это как образец, то есть его-то на самом деле нет. То есть мы должны 9.00 прописать с вами в кавычках, как текстовое сообщение. Потом с этим потом побороться придется. Иначе у нас либо с 8, либо с 10 начинается день. Вот сюда нужно включить вторую функцию, если. Итак, снова если. Условие такое же. Если день недели А2 равно только воскресенье, семерка. Поэтому можно вот так сделать. Скопировать вот эту частичку и сюда вот вставить. Итак, если день недели ячейки А2 по формату двойка совпадает с семерочкой. То есть, если это воскресенье, то, точка с запятой, день недели, вернее, рабочее время у нас с 10. В кавычках. 10, двоеточие, 0,0. И кавычку закрываем. А иначе, точка с запятой, у нас остается последний вариант, 8,0,0, поэтому мы сюда его спокойненько в кавычках и вводим. Кавычка 8.0.0. И дальше мы должны закрыть скобки для всех если. По принципу, последняя скобка должна быть черной. То есть вы ориентируетесь. Мы две если открыли, две если закрыли. Получили? Закрываем формулу, скопируйте. Посмотрите на результат. Здесь еще одна интересная мысль. Функция «если» нам дает в ответе текстовые сообщения. 9.00, 10.00. И мы их не можем использовать затем для расчетов каких-то, потому что это тексты. Что делать, если мы хотим эти данные превратить в числа? Вот. Есть какие-нибудь идейки?
Никому никогда не приходилось тексты в числа переворачивать? Даты при помощи плюс ноль. Плюс ноль, хорошо, еще. А формат какой? Нет, формат не поможет. Нет, какая-то формула есть, по-моему. Формула есть. Ну, то есть, нет, на вебинаре у вас нет каких-нибудь идеек? Наверняка кто-нибудь знает. А если просто... В правую сторону? Так. Вставить как значение? Тогда мы формулы потеряем. И если даты будут меняться, у нас меняться не будет. Так, отлично. Хорошо. Алла, спасибо. Значит, умножение на единицу. Вариант. Плюс ноль. Вариант. Е-текст, к сожалению, это функция, которая может только узнать, это текст или не текст, ничего с текстом сделать не может. Есть функция, которая может превратить текстовое значение в числовое, она называется значен из категории текстовое. Значен. Текстовое значение превращает в число, если, конечно, это возможно. Ну, потому что 12 пробел ШТ в число превратить нельзя, потому что ШТ это вообще текстовое какое-то сообщение, штуки. Итак, да, Ольга, спасибо. Ну что, давайте значением попробуем. Значит, что делаем? Перед функцией «если» включаем функцию «значен» и просто закрываем в конце скобочку. Впереди «значен», в конце скобка. И завершаем. Смотрите, как все здорово сразу стало. Когда копируете формулу, вы видите вот такая вот картинка. Но на самом деле эта картинка случайная такая. Потому что случайно почему? Потому что уже три столбика с форматами время. Если вы эту таблицу пишете впервые, здесь получится вот такая картина. Общий формат. Общий формат, который должен превратиться время во время через форматирование. Ну, например, вот здесь время. То есть не пугайтесь. Если вы получили что-то не так, это время, но только не в том формате написано. А время для Excel на всякий случай. Ага, английский. Сейчас попробуем. А время на всякий случай это доля от суток. Ну, то есть 0,5 это 12.00. 0,2 это 4 часа 48 минут. Ну так, примерно. Поэтому 10 часов – это сколько у нас с вами? 0,41, 66, 66, 66 и так далее. Да? Вот насколько точно он считает это все. Так, значит, по поводу английского. С английским не все функции я, к сожалению, так наизусть помню. Значен точно – это функция value. Если это if, а вот две недели надо будет подсмотреть. Там что-то с days связано. А? Ну да, да, day week что-то, да-да-да, день недели что-то такое. А, work day это рабочий день, это немножко не то. А может быть и да. Итак, с временем окончания. Та же самая картина, только нам необходимо переписать время другое. Поэтому я вам предлагаю сделать следующее. Вот эту формулку скопировать, чтобы заново не писать. Так смотрите. Копировать нужно, чтобы не съехали ссылки через строку формул. То есть вы встаете в ячейку Е2, выделяете весь текст формулы, копируете ее, нажимаете Escape, чтобы аккуратно уйти, и в соседнюю колоночку вставляете. Escape обязательно, иначе у вас формула начнет рушиться просто. И дальше нам необходимо прописать концовку. Значит, в субботу у нас окончание 16.00. Вместо 9. А в воскресенье в 15 вместо 10.00. И в субботу 18.00. То есть вот эти вот позиции переписать. А дальше все будет то же самое. Если день недели 6, то 16.00. Если 7, то 15.00. В остальных случаях 18.00. И вот она, та картина, про которую я вам говорила. В общем формате все прописано. Хотим увидеть время, общий формат меняем на формат время.
и получаем вот такую вот ситуацию. Вот, с этой формулой понятно? Угу. Хорошо, давайте следующую задачку посмотрим. Она, опять же, в принципе, решена, но мы с вами посмотрим ее со стороны, как это все сделать вручную. Итак, есть некие баллы. Неважно, что это. Баллы, оплата, деньги, там, ну, в общем, любые числовые значения. Нам необходимо в зависимости от вида этих числовых значений дать три варианта ответа. Для положительных чисел слово «разрешить» написать, для отрицательных «отказать» в чем-то, да, там, возможность выдачи денег, и при нулевом значении «подумать». Может быть, какие-то другие параметры подключить. И снова у нас просматривается три возможных варианта «разрешить», «отказать» и «подумать». Как здесь быть? Мы можем начать с отрицательных чисел, потом нули, потом положительные, можем с положительным. То есть здесь порядок без разницы. Наверное, удобнее пойти как бы с позиции слева направо. Отрицательные, нули, положительные. Поэтому мы встаем в ячейку D2, пишем равно, если условия, если баллы B2 меньше нуля, то, точка с запятой, нужно написать слово «отказать». «Отказать» как текстовая константа всегда пишется в кавычках. То есть пишем кавычка, «отказать» и кавычку закрываем. Иначе, точка с запятой, иначе у нас остается два возможных варианта. Либо разрешить, либо подумать. Однозначно сказать не можем, поэтому включаем вторую функцию «если». Если баллы равны нулю, то, точка с запятой, то нужно дать вывод «подумать». Иначе, точка с запятой, всем остальным разрешаем. В кавычках «разрешить». Все варианты прописали. Закрываем все скобочки. И завершаем формулу, копируем ее. Итак, если меньше нуля – отказать, если равно нулю – подумать, а остальным всем разрешить. Вот. Когда посмотрите на столбик С, у меня формула там будет немножко по-другому написана. Если B больше нуля – разрешить, если меньше нуля – отказать, иначе подумать. Тоже как вариант. Но лучше всего идти все время в одну сторону – слева направо, направо направо. Потому что если, допустим, там будет какая-то еще дополнительная позиция для тех, у кого баллы, допустим, там от 0 до 10, какой-то еще вывод сделать. Вот в нашем случае мы просто вот сюда поставим. Если больше 10, вернее, если меньше 10, то так, а иначе так. А вот в этом случае придется долго думать, в каком месте поставить. Потому что в одном из случаев, вот в этом, он уже отсечет все условия, которые положительные, да, и нужно будет именно вот сюда включать новую позицию. Поэтому старайтесь продумывать так решение, чтобы новые условия легко было включить куда-то в формулу. Так, ну что, еще задачку решим? Вот что-то похожее я вам проговаривала в самом начале. В зависимости от количества купленного товара нам дается какая-то скидка. И условие прописано вот здесь. Четыре варианта. Значит, три функции, если будет использоваться. И опять, лучше всего идти слева направо. Итак, если. Первое условие у нас при покупке до 3 единиц. Не включая тройку. Ну, то есть 1 и 2. Да, скидки нет.
Да. Если количество меньше трех, от тройки уже другое, то точка с запятой, скидки у нас не будет. То есть скидка нулевая. Вопрос, 0 или 0%? Да без разницы. Все равно, если будете умножать сумму там на что-то, да, или там прибавлять, все равно 0 будет. Угу. Хорошо. Иначе точка с запятой. Включаем вторую функцию «если». Условие такое, от 3 до 6 единиц. Хочется поставить два условия сразу, на самом деле нам достаточно одного. Значит, меньше 6. Да, смотрим. Значит, если вот здесь троечка будет, здесь шестерка, да? Ой, порисовала. Значит, меньше 3. Мы с вами убрали вот эту половинку, но тройку оставили. Когда мы сказали нет, не меньше 3, мы вышли на условие больше равно 3. Соответственно, вот это условие уже проверилось. И нам достаточно проверить второе. Меньше равно 6. Итак, если количество меньше равно 6, то... Или меньше 7 можно написать. Да. Значит, то у нас с вами скидка 5%. Вот здесь очень важно значок процента, потому что здесь он будет умножать на 0,05. Если вы поставите пятерку, он будет умножать на 5 целых. То есть на 500%. Аккуратненько. Иначе, точка с запятой, либо 10, либо 20. Нужна еще одна проверка. Включаем еще одну функцию, если. Если количество... До 10 включительно. Значит, меньше равно 10. То, точка с запятой, скидка 10%. Иначе, последний возможный вариант, 20% проверять уже не нужно. И скобочки закрываем. В нашем случае их 3. 3 открытых, 3 закрытых. Вот. Excel работает с процентами, как с долями от единицы, поэтому в результате, в общем формате, вы видите вот эти значения. Хотите проценты, меняйте формат. То есть формат общий меняем на формат процентный и получаем все в процентах. Получается? Попробовали? Что-то не так? Главное, обязательно смотрите, куда включается граница. Да, прописать ее или не прописать. Иначе граничные позиции могут попасть не в тот процент. Ну и тогда давайте еще одну задачку, последнюю решим. Допустим, у нас идет какая-то оплата, опять же, покупок, разные вариации. Онлайн через сайт, наличными, квитанция в банк, смешанная плата, то есть по карте и наличными, если это возможно. Отказ от покупки. И наша задача, опять же, написать какую-то скидочку. Вот. Что мы при этом с вами в данном случае имеем? Ну, в столбике А у меня для красоты забиты выпадающие списки из возможных вариантов. На листе 2 это табличка с данными вариантами. То есть, если у вас появляются какие-то новые варианты, вы сюда забиваете, и в оплате можно будет выбирать уже выбран данный вариант. Дальше. Вот здесь вот справа табличка, которая соответствует... процентом скидок по типу оплаты. То есть при наличной оплате, допустим, нет скидок, при онлайне 10%, через банковскую 5%, смешанной, допустим, 3%. И нам необходимо определить вот эту вот скидочку. Сколько вариантов?
5. Отказ еще. Да? Значит, 4, если. Готовы? Если. Первое. Условия. Ячейка А2. И мы с вами можем, чтобы не писать вручную наличные, сослаться вот сюда на или давайте так решим. По процессу как бы следования вот этих данных или по позициям 0, 3, 5, 10. Слева направо. Считаем. Давайте, да. Меньше возможности ошибиться. Итак, если А2 онлайн. Причем, смотрите, копировать формулу будем вниз, онлайн должно остаться на месте. Ячейка должна быть абсолютной ссылочкой фиксированной. Итак, если А2 онлайн, то можно также 10%. А как ее вот зафиксировать? Клавиша F4. Сначала на онлайн? Да? На онлайн, потом на F4 на клавиатуре. То есть абсолютная ссылочка. Получилось? Угу. Итак, если А2 то равно онлайн, то F2 фиксированная. Иначе. Включаем вторую. Если. Если А2 равна наличные, G1 фиксированная, то 0%. Тоже фиксированная. В данном случае я беру ссылочки на ячейки, потому что у меня вот эти скидки могут время от времени меняться. Поэтому я не пишу руками, не прописываю. Смотрите еще раз. Если F1, то F2. То есть если онлайн, то берем вот эти 10%. И ту, и другую фиксируем. Ага. Дальше ставите точку запятой, включаете вторую, если. Итак, если оплата наличными G1, тоже 2%. Точка запятой. Снова если. Если ячейка А2 равна квитанции H1 фиксированной, то процент берем из H2. Тоже фиксируем. Угу. Далее. Ага, Дмитрий, клавиша фиксирована, клавиша F4 на клавиатуре. Она меняет типы ссылок. Так, и у нас остается два варианта. 3% при смешанной и отказ при нулевом. При отказе, да? Оплаты нет. То есть еще одна функция, если. Если оплата А2 равна смешанной и 1 фиксируем, то берем из ячейки И2 фиксированные. И последний остается вариант. Иначе. И здесь мы должны, да, что-то написать, когда у нас отказываются от покупки. Ну, вот я взяла вариант оплаты нет. Или там прочерк, или ноль, или еще что-нибудь такое. Но с нулем неинтересно, потому что с наличными будет смешиваться. Вот. Если хотите написать что-то в кавычках, должно быть написано, допустим, оплаты нет. Все варианты. 4 вида оплат и отказ от оплаты. И закрываем скобочки. 1, 2, 3, 4. 4 если, 4 скобки. Завершаем. Копируем. И опять же, если хотите видеть проценты, значит просто меняйте формат. Можно оставить как есть. То есть, как вы видите, сколько функций «если» будет, ну, фактически нам не важно, потому что наличие 65 разных вариантов достаточно серьезная предпосылка в написании формулы. Вот. Расписываете все по шагам и прямо по шажкам начинаете эту задачку решать. Как вам задачки? Yeah.
А. А вторые не посчитались. Да. Возможно, фиксация где-то пропущена. То есть здесь очень важный момент тип ссылки. А2 должна быть не фиксирована, все остальные фиксированы. Здесь фиксировано. Все замечательно. А дальше, что вы просто не скопировали, а двойные нельзя, потому что у вас здесь диапазон разорвался. То есть двойной только внутри диапазона работает. А у меня тоже что-то. Так. Так, давайте вот сюда вернемся и посмотрим. F1 на F2. Вот здесь C. Наоборот. И здесь что-то будет. Угу. Значит, он из вот этой чайки берет. H с H. И C. Да. Все, должно быть нормально. Угу. Вот. Все равно где-то. Так, А. Угу. Так. F1 с F1. G1. Ага. Так, ага, хорошо. Легкие задачки, но да, задачки легкие. Если научитесь их решать, то фактически вам любая задача будет по плечу. Вот, у меня была как-то слушательница, она говорит, да я каждый день пишу по 40, если в одной формуле. Ну, все были просто в шоке. В шоке настолько, что никто не смог спросить, а где она работает, ну, то есть чем она вообще занимается. Да. Насколько это вообще нужно? Насколько нужно? Нужно. Нужно. Массивы очень большие бывают, да. Скидки, ну, в основном, да, вот по всяким скидкам и так далее. Можно же еще что смотреть? Допустим, есть у вас столбец, где указана валюта, с которой вы работаете. В одном столбце могут позиции разных валют быть. И вы что будете делать? В зависимости от валюты вы будете брать конкретный курс валют. То есть если доллар – это курс доллара, если евро – курс евро, если там фунты стерлингов и так далее. И, соответственно, вот она у вас структурка получится. Иначе вы опять же начнете фильтровать и вводить это все разными формулами. Вот. То есть как только... Хочется отфильтровать и разные значения поставить. Вспомните про если в если. Так, ну что, у нас тут время подходит к концу. Печально. Вот. Ольга пишет, говорит, на собеседованиях любят такие задачки давать. Но не меньше 10. Да, у нас, кстати, было... По-моему, в 2010 версии Excel на экзамене на эксперта у Microsoft была задача, в которой где-то около 15-20 если было использовано, но там задачка немножко другая была. Там была задача, а найдите ошибку, исправьте ее. Вот было издевательство. А там на каждую задачку примерно около полторы минуты, но даже меньше. То есть 50 минут и где-то... 20 задач. Попробуй-ка, да, если не знаешь, где что. Заваливают. Ну, там, видите, еще проблема какая. Большинство экспертных экзаменов на английском языке. И задачки, и решения, и, соответственно, это. Excel, да. И Excel. Да. Единственная экспертная была на 13-й версии на русском. Но там другая проблема. Вот чтобы получить эксперта, нужно было сдать два экзамена. Две части. Вот. Но мы немножечко с вами отвлеклись. Значит, на этом мы с вами будем завершать нашу работу. Если будут какие-то интересные вопросы, задачки, присылайте. Ну, а здесь маленькая такая, опять же, рекламка. Можете к нам на курсы приходить. На втором уровне Excel рассматриваем. Это мое расписание. Да, это ближайшие курсы мои. Вот, соответственно... Можно звонить по телефонам, записывайся для отдельных лиц физических, для корпоративных. Ну и про почту не забывайте. Это все для вас.
Вот. Следующее занятие, я напоминаю, да, это часть четвертая с категории ссылки и массивы 3 декабря. Ну, примерно в это же время. Обычно с полшестого до там 6:15. На вебинар можно записаться на то самое в вашем личном кабинете. Ссылочка будет, да, без проблем. Без проблем. Да, Елена, можете еще подсказать анализ, что если он проходит? На третьем уровне проходим анализ, что если. Без проблем, да. Ага, спасибо, спасибо за комментарий. Если кому-то нужно выслать вот эти файлики, пишите еще в чате свой адрес. Сейчас отправлю. Пока не отключайтесь. Да. А вам можно забрать с собой на флешке, если есть. Если нет, тогда сами себе на почту. Да. Угу. Ну что, файл не появился. Пришлю обязательно. Да, давайте будем заканчивать запись. Спасибо, что пришли. Удачи вам и до встреч новых.